был еще один автобус, это 24-й, от спутника до клуба ровесника. На автобусе аж 737, вообще ашки и бэшки. Как раз вот эти вот маленькие и средненькие автобусы тут можно увидеть. С нами почти никогда, потому что ни Азы, ни Волжанины, ни Ситиритмы. У нас, увы, все приключено на маршруты двойки, 34-ки и 14-й двойки У. Поэтому да, ситуация с автобусами патовая, скажем так. Ну и все. На сегодня все. Всем пока.